сумонить. Хохма, блядь. Сижу на чопере, тыкаю сумон. Так, Джока, надо посмотреть, что это у нас. Эм, привет. 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 Это сова, я так понял. Отлично. Здорово. Здорово. Принимайте сумму. Так, кто там сдохший? Дэн, ты сдохший? Ты что-то сдохший? Сейчас я. Меня тут унизили. Да. А ты как хотел? Ну что-то сегодня на Талгороде унизили, блядь. Какие-то альянсы собрались на Тайфуне и стали все мешать. Да нет, там не альянс, там эти, блядь, ёбаные. Ну это задание в формат. Не начинай. Ну я понял. Этот квест не брал никогда. Мне кажется, это тупой квест. Зачем мешать людям сделать задание? Осталось присумонить Ханкуля и Дэна. Нет, так я-то рядом был. Ханкули с Дэном вы тут? Да. Дэн не принимает, Ханкуля ФК. Сейчас. У меня игра свернута буквально минутку. Садись, Ален, покатай. АФК хрена. Так, Ханкуль вроде здесь, сейчас еще сумон раз ему кинул. Все, Ханкуль здесь, остался дменом по сумону. Даю кресты. А у меня идея, давайте Дэну ГП дадим. Тише. Так, рука что? Болит. Ты тут? Да, я тут. Давай, с тебя будут кулаки. Вармогу Диси. Да. Давай, с тебя будут каски. Маразм Диси. Мобильное дерево. Да. Маразм, ну а с тебя тогда щитки будут. Ну, вдруг ты все сдохнут, то все равно пускай будут 4 бафа. Берем машины, разбираем. Стоят справа, слева, мотоциклы, разрушители, едем за звездой. Разрушители. Нет, так не пойдет, надо говорить, кто когда, кому куда. Давай я буду говорить. Разберут. В разрушители и в машины в осадные садитесь по 2 человека. Едем за звездой, бьем мобов и башню. Спускайтесь сюда. Вармок, давай в этот. Пойдем опять так же в танчик. А, уже забрали 2. На маунтах не езди, главное садитесь все в машину. Поехали здесь. Че, я ни разу не был. Сюда вниз спускайтесь, сейчас все узнаете. Что и как. Ну мотоциклы забрали кто-нибудь? Там 5 мотоциклов, всех машин такая. Вот этих мобов убивайте и башни разрушайте. Эти две. РЛ, на минутку можно, да, я быстро отвечу по телефону? Да, давай. Подъезжайте к звезде, дальше. Как башни разбили, вот этого большого бейте великана. Ставил черепок у меня. И сбивайте сверху колчедан, вторые, кто сидят. Поднимайте, притягивайте крючком колчедан. И сразу стреляйте по большим мобам колчеданом. Черепок убивайте большого великана. Живо, проедь вперед. Маразм, ты помогаешь? Да, еду я вперед. Я тебя зарядил. Как великана убьете, проезжайте дальше. За звездой, за мотоциклом. Здесь будет спуск справа. Надо будет съездить вниз, разбить башню. А что, не на ХМ что ли идем? Плюс 3. Оо, а почему? Поменьше вопросов, пожалуйста. Какую именно разбиваем? Вот которая справа вниз спуск есть. Зеленая башня.
Там зеленая такая фигня в воздухе круглая висит. Вот сюда нужно спуститься, разбить башню. Можно сверху ее разбить. Вон она круглая стоит. Называется башня жизни. Разрушители или осадки. Можно вот здесь сверху, вот где снег, куда вы стреляете, вот сюда подъехать и сверху расстрелять башню жизни. Шеф, ты зачем сломал машину? Ты тяжелый просто. Все машины сломались. Сейчас просто... Этого... Да потому что босс появился уже и все. Сейчас после понятно, возле босса появится. Вот и машины сломались. Ничего, что на нас машина прет. Они рядом с боссом теперь все. Машины. Ебать. Босс появился. Туда бегите, туда. Пускай танчит. Так мы бьем босса или что? А вы башню-то сломали? Мы пока к боссу бежим. Сейчас вернемся, сломаем. Так погнали, плюс 4. В чем проблема-то? Здесь просто паук ебанутый. Так вы, блядь, не бейте его, я его веду потихоньку к машинам. Бегите вперед, здесь машины уже все стоят. Садитесь на машину и убейте этого паука, чтобы бой снялся. Вармок, я с тобой сяду в катапульту. Да, я тоже в катапульту сяду. Извиняюсь, я тут. По огню не езди. Чопперы не разливайте, пожалуйста. Помощь. Было бы хорошо, если бы еще и не разливали огонь. Вот кто там бежит, садись в разрушитель. Тут сверху можно расстрелять, не обязательно вниз съехать. Вармок, если видишь колчеданы мимо проезжай, я буду стараться их цеплять. Я тебя зарядил, колчедан. А как их цеплять? Или это ты цепляешь? Крюком, да, я цепляю. Бочку разбиваю. Пока мы башню разбиваем, почему можете, она не цепляется? Можете ознакомиться со способностями на машинах. Расстояние, чтобы крючком притянуть колчедан, синюю бочку, 50 метров. Все, едем обратно к боссу. Заезжаем на починку, на круг. Справа-слева два круга есть, это починка. Проедь мимо колчедана. Ну, вот это он. Вот, встань, ну, я не знаю, не получается, блядь. Надо его целью выбрать? Да, надо выбрать его мышкой. Так, когда выбираешь цель, потом тройку. Раньше, я помню, мотоциклы могли колчедан брать, почему сейчас... Проедь мимо, опять же, сейчас колчедан. Могут. Да, нужно сейчас сесть в люльку и обратно на сиденье водителя. Тогда появится крючок. Мотоциклы должны подвозить колчеданы. А колчеданы поднимают именно АМО. Что, видел? В звездочку сядьте, человек, который будет тянуть колчедан. Мы на ремонт, да? Да, на ремонт все заезжаем. Все разрушители обязательно заезжайте. Четыре метки поставил, один разрушитель без метки должен быть. Все остальные заезжайте в комнату, осадные машины, мотоциклы, все заезжайте. Так, где-то один разрушитель без метки ездит у нас. Этот. Этот, трусы, сядьте кто-нибудь на этот, я в катапульте сяду, если есть лишние люди. Труса. Давай, телепортируйся сюда, друид.
Ты тут, Диси, Джока. И как там? В звездочку подъедьте и сядьте один человек, который будет тянуть колчедан. Да, хотел сказать большое спасибо, кто лужу разбил под меня и взорвал ее. Спасибо, ничего, пацаны. Ничего страшного. Я бы за это бы ИП бы... Телепортируйся на плац. За такую дичь. Обязательно в осадных разрушители машинах. Пустое место того, кто будет искать колчеданы. Все вылазите с мотоциклов и сначала сядьте в разрушители и в осадные машины. На пяти разрушителях стоят метки. Осадные машины — это самые большие машины здесь. Там должно сидеть только... по два человека. И только оставшиеся люди, которые нихуя не понимают и только пришли сюда узнавать тактику, садятся в мотоциклы. Все остальные, не расслабляемся, вылезьте из мотоциклов и сядьте, чтобы в машинах разрушителях и в осадных было по два человека. Так, у меня сел Адольф. Хорошо. Заезжайте в комнату за линию. Даю проверку. Джока, сядь к нам вон, где печенька. Рядом с печенькой, Миша. Печенька. Ханкуль, здесь? В ромбик. Все готовы? Человек. На счет 3 стреляем в босса. Настакиваем 10 стаков двойкой разрушители и поддерживаем. Если стаки спадут, ваш ДПС будет 0. Не надо тянуть колчедан, когда у нас 50 энергии. Выбери машину мышкой. Нажми запомнить цель. И когда 25, только тогда он уже. На счет 3 пуляем. 1, 2, 3. Ханкуль, убегай от него. Куда ты на него идешь? Вармок, дистанцию держи с ним. Давай, Адольф. Лучи, которые синие ходят, двигаются. Нужно остановиться, луч у вас остановится, потом ехать. Так, когда луч останавливается... Собирай колчеданы. Собираю. Будет падать глыба снега и замораживать. Поэтому нужно ехать. Давай, Адольф, тяни. Подъедь поближе к колчеданам. Вот этот вот тяни. Мы достаем. Власти под нами колчеданы. Едь вперед. Вон колчедан. Видишь, в угле? Ну, рядом появился, все нормально. Давай. Поехали. Еще тяни сразу вот этот под босса. Лучи синие, которые стоят на месте, в них не заезжайте. Вот, лубы заморозились. Блять, я проебал стаки. Тяни толчок и сразу скорость нажимай. А вы говорите, что там делать? Плюс 4, да? Выходите с машин, нажимаете красную стрелочку, спрыгнуть с машины, издыхайте. Ну да, плюс 4. Почему нет? А чё, у вас 4 разрушителя живых, вы чё? Чё? Мы почти сломаны там, просто колчедан, все стаки спали. Выйдите с машин, заходите, когда босс выйдется. Что хочу, рога. Выйдите с машины, чтобы быстрее умереть. Да я вышел с машины. Я какого хуя-то в танке, блять, в этом оказался. В большом, блядь. Все, свалился, заходите. Портал нажимаем. Сейчас еще раз объясню, что нужно делать. Как только будем плюс 3 убивать без ошибок, так будем плюс 4 делать на следующем КД. Еще раз объясняю. Разрушители 5 штук стакают на боссе колчедан. Вторая кнопка.
до 10 стаков, когда настакиваете, периодически урон по боссу самый максимальный, что есть. И 5 разрушителей должны его настакать и поддерживать. Если стаки спадут, то ваш ДПС превратится в 0. И босса, где мой шифу? И босса никогда не убьет. Сейчас я ставлю опять. Алена, я вот вперед немножечко выезжаю, подходи, подбегай ко мне, я тут высажу пассажира. У меня Адольф. Да, ну подъедь. Я знаю. Гендон, подтянись, мой колчедан. Так, вылезти со звездочки, дайте я сюда водителям сяду. Давай, давай. Меня слышно? Да. Звездочку, кто тянул, Адольф, иди сюда, садись. Ребята, вы скажите, пожалуйста, а вы зачем внутри плац разбиваете колчеданы? Объясните, пожалуйста, кто вас просит это сделать? Все разрушители, все... заедьте на починку. Когда это. Вот кружок, заедьте на починку. Рыло, могу я сказать одно слово? Давай, ну, давай слов. Не будем сейчас людей грузить, они сейчас убьют босса. И забудут, как о страшном сне, об этом инсте. Если у кого-то есть реальное желание делать плюс 4, и остальные хэвы, они придут на следующей неделе в рейд. Будут лутать шмотки 39-е. Все садитесь в разрушители, кто был. Все остальные, и осадки. Зачем меня забрал разрушитель? Садись в осадку. Две осадки стоят за порталом. Я вижу. Не надо на маунтах ездить просто так. Вы время свое тратите, и мое. У нас 25 человек. Стоит осадка, поставил на нее череп. Сядьте в нее, 2 человека. И заедьте сюда в комнату. Этот, у меня сядька, колчедоносец. Ну, подтянчик колчеданов. Сейчас, подожди, я к тебе сяду. Какая я... метка у тебя? В трусы. Трусы, я сяду. Блять, еще раз. А, подожди, осадка стоит возле портала. Черепок поставил. Стильте, чувак, проедь вперед. Я в пушке. Я не могу ехать. Я в пушке. Кто-то... Хелен. Сейчас я пересяду. У меня почему-то в пушке тоже. Вылезти с мотоциклов, вылезти с черепка, кто там ездить вот. Не умеет. И начните ездить. Заходите все остальные в комнату. На маунтах не надо просто так здесь ездить. ДК, что ты бегаешь? Ты что, шифу смог сесть? Ты Рискара, ты машину себе не нашел. Так, а у тебя кто-то сидит там? Нет, чоппер этот здесь. Меня выкинули с этого. Другую машину поищи. У кого место есть осадки? В ром есть место. Иди в ром. Все. Нашел. Нет. В ром под нозрит. ДКшник бегаешь, чем? Тоже места нету. Мотоциклы все разобрали. Все, я сел к себе. Даю проверку. На счет 3 пуляем босса. 1, 2, 3. Еще раз про лучи. Лучи, которые синие, двигаются. Они останавливаются, когда остановится машина, за которой они идут. И через 5 секунд прилетит глыба снега и заморозит в радиусе 15 метров. Чтобы этого избежать, нужно начать ехать, когда луч остановится. Если вы будете замораживаться, то мы этого босса никогда не убьем. Должно быть 5 стаков на боссе по 10. От 5 разрушителей. Вот один челик заморозился. Я остановился и проехал чуть вперед, он меня заморозил. Колчедан, ну, лучше ехать. Да, я зарядил. Колчедан, поймай. На мотоцикл. Ну, уже. А, он еще и за мной. Босс простой, для 12 лет. Гендон, заряди мне колчедан, блин. Поддерживайте 10 стаков, мы так не убьем босса никогда. Кто в ромбе сидит, колчедан ловит, поймай, пожалуйста, хотя бы один. Адольф, тяни колчедан, у меня 10, ты на 25 уже должен тянуть. В чем проблема у тебя? У меня 0 сейчас. Гендон, да блять, не стреляй ты в босса, ты мне колчеданы давай. Адольф, ты тут? Давай. Нету чем стакать. У меня, кстати, тоже. Я не знаю. Цепляй. Сзади тяни.
Два разрушителя бьют, остальные хуй сосут. Назад, назад! Арти, назад, подъедь! Ну еще один Калчатан, просто поймай гром. Тяни сразу еще. Видишь, 20 у нас. Вот здесь в огне бери сразу. Возьми Калчатан, прошу. Нажимайте красную стрелочку, выпрыгиваем с машины, умираем. Плюс в рейд-чат, кто может сидеть на месте водителя в разрушителе 5 метров, которые я ставлю, и не ебланить, а поддерживать 10 стаков. Ну смотри, я сижу в разрушителе, у меня нет... Пожалуйста, без лишних разговоров в Дискорде, просто плюс в рейд-чат. Это значит Арти, что хочу, мощный кусь. Трое, еще один человек, не дебил какой-нибудь желательно. В звездочке сижу я, сейчас ваши метки скажу. Поставлю метки, сядете водителями. Зачем ты людей оскорбляешь? Кого я оскорбил? Сказал, не дебил, чтоб сел. Ну лол, остальные все дебилы. Люди просто не знают тактику немножко, и все, они не дебилы. Просто есть кто-то, кто ошибся. Ну, можно ему это было объяснить, и все. Не называть дебилами. Я не называл дебилами. Говорю, не дебил, чтоб сел. Я сказал, не говорю, что вы не дебилы. Ну, так ты... Завязывайте, ребята. Разговоры. Я не сказал, что в рейде дебилы сидят. Я сказал, чтоб сел на место водителя, не дебил. Может, где-то дебилы есть. Так что ставлю 5 меток. Так, звездочки я. Мощный кусь, кружок. Ромбик, что хочу, Арти, треугольник, и пятый человек, Джоко. Джоко, ты садишься в луну. Хуйня была, вот я сел к тебе, да. Теперь 5 плюсов тех, кто умеют тянуть Калчатан крючком. В речи. Асальную, садишься в кружок. Ой, блядь. Генден в ромбик. Фулка. У меня сидит ромбик ласт. Значит, вылазит и садится нет. Тот, кто плюс ставит. Тот, кто умеет тянуть. Чифус. Он ставил плюс. Чифус. Блядь. Шифус. Я в трусах сидит. Я в трусах сижу. Мы с Арти. Хорошо. Один плюс. Кто хочет звездочку сесть потянуть? Поживее отбор пожелательно. Фулка, давай ты ко мне садись. В звездочку. Все остальные по 2 человека в осадную машину. В осадных машинах желательно сесть те, кто знает, что на двоечку нужно сбивать. Нужно сбивать каст шоковым ударом, молнией. Подъехать. РЛ. АРЛ, можно дополнение сделать небольшое, просто небольшое дополнение. Будет куда проще пройти. Ну что ты хотел? Подождите, смотрите, ребят, смотрите, я быстренько вам объясню. Пожалуйста, не сбивайте Калчатана внутри босса. Вот внутри босса, получается, идет колея 4, ну, квадратом идет, да? Кто у нас на мотоциклах, тем самым выезжаете из рейда, вы выйдете, где босс находится. Здесь снаружи находятся Калчатаны. Вот эти Калчатаны надо сбить, которые снаружи босса, и завести его внутрь. Всем хватит Калчатанов, всем хватит, когда мы завезем эти Калчатаны, которые вот возле босса крутятся, вот их надо просто сбить и завести. Ты где сейчас всем сидишь? Хватит. Ты где сейчас я сижу в луне. Просто сбейте и мотоциклисты просто внутрь завезите все эти Калчатаны. Вылази. Штук 10. Вылази, садись на мотоцикл. Вылезьте все с мотоциклов и возите Калчатан. Ну не вопрос, давай, хорошо. Сейчас найду. Ну просто, говорить, а не... Ну, нет, не факт, я просто... Вылезь с мотоцикла, кто сидит вот это. Вылезь отсюда. Давай, я уже бегу. Вон туда привезите пару штук. Вовнутрь, все, где вот босса бьем, но внутрь. Вармок, вылезь с мотоцикла.
10-15 колчедана достаточно, это хватит для рейда полностью. Объясняю, чтобы появился крючок на мотоцикле, нужно пересесть в люльку и обратно на место водителя. На четверке появится крючок. Крючком в люльку притягиваем колчедан, синюю бочку. И везем. Я думаю, этого достаточно. Да, это достаточно. Да, это достаточно, тебе просто людей назначить и все, кто будет подбирать колчедан. Извини, конечно, что и... Да а у меня никого нету. У меня никого нету просто. Я в луне, у меня никого нету. Все, обратно на свои сидим. Сейчас к тебе придет человек, который тянет. В луну человек, который тянет колчедан. Сядьте. Садитесь по машинам, колчедан есть. При пуле босса еще вверху появится колчедан, еще пачка. Даю проверку. Теперь сидят те, кто уверены в себе, те, кто стреляют, знают, как стрелять, как 10 стаков поддерживать. Дензел готов. Дэн тут? Нет, прием. Тиси там? Или вышел в другой канал? Ребят, время ограничено, колчедан через 2 минуты пропадут, которые так. Мы завезли. Проверка завершена, на счет 3 пуляем. Раз, два, три, поехали. Фулл 10 стаков, 5 штук от 5 разрушителей должно быть. Сразу скорость нажимай, кто мне сидит. Сразу давай скорость. Шифу. О, ништяк. Сразу бери 2, у нас 0, бери 2, 2 бочки. 2 бочки быстрее бери, кто в звезде. Отлично. По скорости смотри, готовься еще раз скорость прожать. Не жалей прям. Нажимай раз, второй раз скорость. Все, сейчас колчедан поймем, сразу бери колчедан. Не надо 2 раза, 1000 раз скорость нажимать. Бери колчедан, мне стрелять нечем. Блять, кто мне там в звезде сел? Вот я проебал стаки, мы проебали весь ДПС по боссу с тобой. Не надо тыкать 1000 раз, надо смотреть дебаф скорости. Вот сейчас у нас 0, я подъезжаю к колчедану, бери сразу его в цель заранее. И тяни. Вот, отлично. Следующий тяни, сразу у нас 20. По возможности кто-нибудь еще сбейте колчеданы. Ластик. Сверху сбивайте, ребят, сверху, сверху есть. Я возил колчеданы. Фулка, ну извини меня, но почему ты нажимаешь скорость, когда ее не надо нажимать? Дай скорость. Ай, я в ахуе просто, ребята, блядь. Я это... не знаю, как это сказать, блядь. Не, просто у меня человек сидит с ником Рокки, и он просто ни одного колчедана не поднял за всю игру. О, спасибо. Братан, ты первый колчедан поднял. Первый колчедан. Все, надо еще поднимать, что ты? Давай, притягивай фулка. Колчедан лежит прямо под ногами у нас. И вторую сразу тяни, у нас 25. Все, просто достреливайте этого пидора. Ну, хорош. Стрелялись. Поднимай еще колчедан. Спасибо, Рокки. Без команды не можешь, да, наверное? Это был самый сложный босс в Ульдуаре. Это вообще, это просто... А что там есть ДПС? 12-летние дети играют. Ходят. Арти, ты лучше. Игра 12, да? Но не для 12. Мы лучше. А, Рокки, ну зачем ты прибежал ко мне, когда ты первый раз? Езжайте на... Сколько у нас там? На Острокрылую, пожалуйста. Острокрылая — это вперед и направо. Никто не садился к тебе. Пришлось мне садиться. Ну ты хотя бы мог спросить, что делать, я бы тебе объяснил. Дэн, там нужно на профессию кому-то, значит, рецепт на крит хаст и ловкость, пояс. Я тебе закину, может кому-то надо на ханта сделать. Ну или продадите, если что, рецепт. Так, метательная скорость, меткость. Сейчас линкану в объявление рейда. Может кому-то надо. Так, вот это метательная роти. Так, гемдон. Вторая пати. Чифу.
чифу отдаю. Смотри, кисти рук чисто на ГС. Чисто у кого синий шмот, 200 и какое-то говно. Чисто кому надо ИТВ поднять истоты. А так на распыл. Дэн, кто там есть на распыл? У кого есть распыл? Я так, есть, у меня есть. Саркой или нету Саркой здесь? Вон, что я хочу дай. Хила я закидываю на распыл, короче, парашу всякую. Если что... Куда перемещаться? Вперед едем после утюга. И направо вниз. Это, у статуа. У меня Энет вылетал. На самый гигантская нижний портал. Да, гигантская кузня. Все, все. Так, два танка у нас. Вармок, это ты? Вармок, заходишь? Или куда он уткнулся? Да, да, у него что-то с интернетом. Можно пока отойти на минутку? Да. Я собрат Роги отдал, Арти. Че там, Вармок, Дисси он зайдет? Че, я тоже Артур зовут? Нет, просто собрат, он же Рога. Гэндон? Да. Добродушный лисенок я. Не писал ничего, Вармок? Что-то не вижу. Дисси он, нет? Разве... Андоль. Он сказал, что с интернетом у него что-то. ДКшники, вары, у кого танк есть? Плюс в рейд. Тыкайте на столик, хотите ее скрутить. Хочу есть танк, но... Ну, я могу Мишка танка ночь вам, если надо. Кто-кто? Ник? Джока. Джока, мне давай. Надо слетать. А, тебе слетать? Ну, у тебя нормально? А, нет, у меня есть с собой он шмот, я не выкинул. Не сбросил ГБ, имею в виду. Хорошо, спекайся. Ну, 222, ну, 25 кульду я тачил. Да, тут мне хватит. Только, мне только на пул нужен. На пулом плохо. На пулем. А тут трэш нормально будет. Хорошо, переодеваюсь. Угу. Звездочка кружок поставил, это танки. Ханкуль, ты за маразмом смотри, я частицу на Мишку дам. Так, немножко перераспределим. Маразм всем каски, начиная бафы, так как охнулся паладин. Перебафы всем каски. Без прота будем. Блядь, он в поле пауэр занял, ладно, сейчас ручную раскидаю. Так у нас же три паладина. Ну один остался. Сейчас тебе на сделаю там. Так, кто это, Вармок? Так, каски тебе. Сейчас тебе полю пауэр сделаю. А рыба будет или что-нибудь такое? Да, если есть рыба, ставьте. Да, нету. И Адольф офнулся, зайдет, нет? Не писал ничего. Блин, откуда у вас такие, сука, красивые скорпионы? Блин, я вчера всю рыбу булкину спихнула, могу слетать и взять. Не, у меня есть, блин, рыба на основе, правда. А, нет, здесь есть зеленая рыба. Давайте зеленую поставлю. Куда ты скинулась рыбу? Если там есть какие-то... Он у меня ставит. Какие-то ДД желающие в рейд. Спросите в гильдии. Если эти не зайдут, не отпишут ничего. Что-то хочет пойти. Блин, тролль вон плюсует. Там у кого ассист есть. Ханкуль здесь? Здесь. Так, блин, тролль вместо Адольфа закидываю пока. Не мешает вам хилы? Дайте шкаф. Джесс.
рулем будет Толя. Вы же вот все равно сейчас умой не будете, давай я за рыбой метнусь пока. Что сделаешь? За рыбой метнусь до аука. Ну давай. Маги зачем? Будут портал. Зачем до аука, блин? У меня на основе есть рыба. Только надо передать было. Мне все равно надо будет про запас. Нет. Сейчас я тебя все ману. Я вчера, блин, 100 штучек скрафтил. А что у нас второй танк получается по один, да? Маразм? Да. Пришел тебе сумма. Только, ребят, на пол на Джока давайте, кто у нас там есть. Да, ты знаешь запускать пушки гарпунные? Гарпуны? Ну, на официалке я тут один ходил запускал. Позапускаешь, потусуйся возле пушек. Двоих человек нам просто назначи, все. Да лок через портал может, поэтому... Там одного хватит. Че, тебе пришел сумон? Могу я там где-нибудь рядом сидеть? У меня сумон есть, сейчас куплю, прилечу. Я сделал себе макрос, да. Ну, я релог на тебя на дом. Не смотри на этого Мишку. Мишки я там. Мишки прилично хп. Я полгода на него не заходил, а там это просто. Я вот начал опять за него играть, полгода я за него не играл. Как полгода, а когда ты огород открыл? Это нормально. Ну, полгода и как бы открыт. Мне просто посмотри, у меня шмотки с Накса десятки. Вот. Я когда Накс проходил. И ульду десятку. Ой, ульду 25-ку я вам последний раз танчил. Я вот полгода на него не заходил. Дэн, ТПМ прочел? Или ты, блядь, прослакал? Че, Хилай, загружаешься? Понимаешь, это многих людей интересует. Да, я подбагалась. Пришлось это реловнуться. Тыкните на сумму. Артур, фласки на силу атаки есть? Да, обмен. Войт, можно такой вопросик один? Да, да. Это самое, ты осколки будешь отролить или как? Да, я собираю Валанир. Валанира? Да. Миша. У меня... Я просто, ты тоже многим кому нужен. Да, вот начнем собирать, будем ходить по КД и начнем собирать. Кто-то так вы, ребят, вы выберете одного-двоих человек, кому ну реально доверяете, ну, кто будет играть. Я думаю, следующему Ханкулю можно собирать. Потом ну, Ханкулю кому-то. Ну да, Ханкулю, блядь, я только за. Ну, вот, Саркоя. У меня 8 штук уже. Мы сколько? Мы 12 КД ходили в льду 25-ку полностью на фул. Вот собрали. Это кто ходил? И у меня основа в гильдии спиквер. И 12 КТ мы ходили собирать. Все, запускаю босса, подходите в центр. Добрый день. Надо же бутылку выпить, да? На ХП. Я уже забыл совсем. Это, как говорится, не дели шкуру неубитого медведя. Сначала надо сюда ходить на постоянной основе. И потом уже да? Определяться. Кто, да? Кто хилит на постоянной основе, кто танчит. Не, кто себя проявляет, по крайней мере. Ну. Я буду собирать, даже когда целый гер выпустит этот рейд. Раз, ребята, говорю, в льду пошли? Да. Ага. Далеко уже дошли? На втором боссе. Мест нет? Одно место. Какие у тебя персонажи? О, супер. Хан. Джиро, Конд. Заходи. Захожу. Ах ты конкурент. Милики, осторожно, Сагро. Тебе что-то здесь надо или что? Давайте поменьше разговоров, у нас идет бой. Сори. Внимательно смотрим за отхилом, нельзя никого здесь ронять. Милики, не срывайте агро.
все 4 на пула сразу давайте в любого танка. Лучше в мишку. Мишку даю. Да, хоть кого. У меня что-то игра зависла. О, отлично. Потому что паладин... Они нормально агру держат в любом шмоте. 11 секунд на полу. Так, что там, Дэн, по пушкам? Две готовы. Четвертая 15 секунд. Вот сразу запускай первую, вторую, третью и стой возле четвертой. На второй фазе что, мы будем меняться с танком? Да. Вон я. Да. Все хорошо. Первый начнет звездочка. Давай четвертую сразу запускай. Блять, я не танчник, а хоть скажите, босс, что делать, блядь. Пока ничего не делай. Просто паладин, бейте, босс. Сейчас танчи, не надо ничего. Сейчас не надо ничего делать. Не паникуйте. Я в кота. Просто бейте босса сейчас. И что же выбегаете? Ну, уже да, само собой. Когда будет 50% у босса, босс не сможет залетать. Тогда он будет вешать стаки на танка. На двух стаках будете меняться. Паладин говорит? Да, да. Два просто говоришь, смени и все. Я тебе также буду говорить. Его что, это вы стояли под лицом, называется. Вот Дензел и Джестер XDD. Два лока стояли перед лицом. Есть у бока, у босса хвост, бок, где крылья. Там надо стоять, где крылья или со стороны хвоста. Выйди, 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 там лужа что ли, и что там, блядь? А, там горение. Понятно, почему там дымак. Так, Хелен, ресы Дензела. А этот мощный кусь, ресы второго лока в третьей пати. Туда же, там же лифт. Денчик, ты не танк, не хочешь стоять перед еблом. Да я рак я заслакал. Врубите кто трансляцию, пожалуйста. Сейчас немножко. Подожди, захилим. Лужа, да, лужа, конечно. Ребят, вы видите, лужа. Милики, лужа особо не стойте. Это не АП. Не АП, ДПС. Так, три пачки мобов обычно выходят перед тем, как починиться все четыре пушки в 25-ке. Третья готова, выходит пачка мобов, последняя. По откату сразу возле четвертой стой и вставай сбоку. Так, звездочка встает перед лицом. Все четыре на пула ПКД на звездочку. А, ребят, вы еще не начали второго босса? Мы бьем уже, да. Добиваем. Как добьем, Все, понял. Так, давайте Геру. Маразм мы хорошенько хилим, щитки обновляем. Как будет два стака, скажешь Мишке. Два. Мишка, иди забирай. Мишка забрал протокол. Немножко проводи, сейчас уже 3 ляма добьем. Лужу везде, блядь. Ничего страшного. Вот так отведу. Как говорится, хорошо быть толстым, да? Так-с.
печать на ДК-танка. Там кто ДК-танка собирает, возможно, на первое время пригодится, если у Дэнни охота тратить. Блин, не поверишь. Уже я потратил. Ну, 45-я, конечно, лучше. Хила я кидаю на распыл. Если вдруг кто-то из ДК-шников передумает, там у хила я возьмете. Давай, погнали. Ты левого, я правого. Стойте, не агрите. Подождите 15 секунд, там дебаф у нас. Уже поздно. А чё, он дебаф-то? Чё он такой сидел? Что, прочитай. Увеличен урон от огня. Кто умрёт, сразу покидайте тело и бегите сюда, телепортируйтесь. Просто пока не подходите, всё. Просто еще присумонить одного вроде хотели. Сейчас этих двух добьем обоих. Еще Джиру сумануть хотели, да? Да. Он, кстати, в пати? Кто мне что-то не обновил? Нет, нет, я даже не в пати еще. Ну киньте ему пати, у кого есть система. Они в гильдии. Спасибо, Хилая. Сейчас стойте, милики, никуда не бегите. Нужно захилить дамаг. Можно релокс сделать, а да, то что-то спаклся. Делай. Так, давайте шкаф лучше. Там джиры закидываю. Тыкните на шкаф, тыкните на сумон. Паладинчик, давай это. Ты будешь, короче, водить. А я босса держать. У меня с агрой хуёво всё. Я не держу агру, понимаешь? Без Т4. А тебе агру, легче держать. Джиро пришёл с ума? Я проще босса вытащить. Да, лечу. Чем этот. Пошли вниз. Мобов. Так. Вы напомните, как там воду залить? Я уже не помню, честно. Сейчас напомню. 10 стаков там, когда? Лок, иди сюда. От этого моба агрим, танки подпускайтесь вниз. Притяжку надо юзать не просто когда попало, а в каст, чтобы сбить каст. И станы тоже самое. Каст забиваем. Все станы и притяжки оставляем на этот каст. Просто так не тыкаем притяжки и станы. Сбиваем. Вот не сбили, будет летать. Еще раз по-русски говорю. Станы и притяжки все оставьте на этот каст. Да у меня два мисклика, блядь. При, блядь, 8% нахуй. О, притяжка есть, отлично. Следующий стан готовьтесь или притяжку дать. Вот ДК-шек откатывается как раз. У меня что-то на первом мобе, блядь, два мисклика, блядь. Так, лок с ромбиком, подходи сюда. Квадратик забань, луну точнее. Пал, забирай. И тогда. Сейчас забанит. Второго мы будем бить. Давайте, баньте. Ромбик, он не в диссе? Дэн, бань луну. Дэн в диссе. Изгнание, давайте. Да он долго тупит. Все, я здесь. Бьем без метки моба. Готовьтесь сбить каст, чтобы не было. Первым раз без. Вот, отлично. Следующий. 5 ДК-шников в рейде, можете озвучить ник свой, у кого голос есть. Дать притяжку в каст. Вот. Отлично. Сбил. Все, можете разбанивать и брать второго моба. Готовимся каст. Сейчас второй каст будет. Паладис, собирай вот этих кучу. Всех. Всех? Угу. И все под жопу встанем за ним. Сейчас он соберет всех. Четырех.
и под жопу встанем, получается, они будут, ну, в жопе к нам стоять, мы под ними встанем. Сюда идите все, вставайте в ромбик. Вот сюда вставайте и все, и дамажьте. На пол на него давайте. Максимально близко, ребят, потому что, видишь, что он делает? Он бегает. Хилы. Ну, до кого-то не доходит там. Ну, хотят умирать, ну ладно. У нас бы было бы это уже наказуемо. Люди в 245-м шоке не хотят алгавона убивать. Знаешь, а кстати, да, я хоть в льду фул прошел ХМ, а вот до алгалона мне руки не дошли. Вот никто ни разу еще не позвал меня алгалона. Ну, сходим. Все просто так чисто игнорируют, чисто ульда, да. Можно ребаф ханта? Давайте фул ребафа. Да йогу у нас и все дает. Так, объясняю, этом. Значит, кто будет из вас на боссе? Да я, наверное, буду, потому что я босса выдержу легко, а вот... Хотя, подожди. Там же ты моба будешь держать просто, и один удар его маг. Давай, хорошо, да-да-да, давай ты, короче, будешь его в водопаде держать, а я этот... мобов буду собирать, и это. Так, кто мобов будет собирать? Мишка? Да-да-да, давай. Мишка, твоя задача взять моба, подвести я его. В курсе, я знаю, что сделать. Все, ты знаешь. Протопал, твоя задача, смотри на ромбик. Спулить босса, привести и поставить центр босса в звездочку, отвернуть в сторону дворфов и танчить. Когда босс постелит под себя лужу, моментально ты должен взять и начать двигаться в сторону кружка, как показывает ромбик. Довести босса сюда, не сам стать кружок, а босса центром поставить в кружок и развернуть в сторону дворфов. Весь остальной рейд, ваша позиционка здесь. Примерно в треугольнике. Перед лицом босса вы не должны находиться. По мобу, блин, извините, никто вообще не играет. Пока я его не заряжу. Так, разбивать моба. Один плюсик РДДшник, который знает, что нужно один крит, чтобы моб взорвался замороженный в воде. Ну, 10к с плюсом выдаст одним критом. Так, или Дэн, или кто-то там есть? РДДшник. Стрела хаоса, кто там? Стрела. Ну, или Лем какой-нибудь есть, нету? Арти, давай ты будешь разбивать. Сообразишь? А я чем? С чем ударить? Хоть чем, хоть автоатакой. Любыми выстрелами. Просто постреляй моба, он будет стоять в бассейне. Пока замороженный. Не получит. Да, да? Кстати, хан нормально. Окей, давай. 2-3 тычки он сбивает его. Еще раз проверка. Пока босс идет в звездочку, никто его не бьет. Бьют только на пулы, роги и ханты. Ну, что хочу, и самолюбие. Да я тут, у меня мама по телефону заебала. Так, продайте фаску на АП. Да, я сейчас посмотрю, если... Что хочу, пати, киньте, я дам фласку. Да я дам уже. Пати кинуть тебе. Все, запускай босса, иди в звездочку. Иди, запускай. Да мама мозг задолбила. Нехуй бухай, сколько ты можешь бухать? Я говорю, мама, блядь, значит, первый мастераур дам я. А потом рука не болит будет, будем с тобой что-то делать. Проносишь? Угу. Вон Мишка моб. А где он? Ага, вижу. А где лужа? Выводи его в лужу. Или подожди, нет еще. Под боссом будет. Что нет? Так, даю мастера вот. Повел, да? Угу. Так, отдаю тебе ауру, забирай. Это мы прослакали мага. 5. Черепок захиливаем, который в ковш берется. Кстати, там можно себя хилить и пружинки все прижимать. Блять, развернуться не хочет. Сейчас. Ничего, развернуться, ничего страшного. Есть. Все, веду лаву. Готовься разбивать. Я в рупе. Разбивай. Арти, разбивай. В бассейне мог.
вроде получилось, да? Да-да-да, разбил. Я в сроу потерял. Йо, все вижу. Да, я тебе, кстати, не сказал, да, мастера? Ну ладно, мастера. Я прожал, я в руке просто был. А, ну все, нормально. Блять, опять лужа, что, опять туда везет? Ты смотри, лужа та, которая новая появляется. Все, сейчас я завожу. Взрывай. Новый вышел. Угу. Опа, кто-то согрел. Что за неплохой человек такой? Готовьтесь стопать каст. Стопайте каст. Прикинь, на 9 стаков лужа пропала, блядь. Нечестно. Так, освобождай третью ауру мне на следующий. Всё, сейчас завожу, взрываю его. Рука болит, ага. И огонь возьми. Взрывай. Возьми огонь. Так, захиливаю. Прожимаю. Меняю, у меня 8 секунд. Угу. Забирай. Ну там, в принципе, босс уже умрет. Взрывай. На всякий случай. Меня взорвало, блядь. Из-за чего тут тычка такая была? Ничего страшного. Протопал на себя, могу убери. Хорошо. 30 тысяч. Это что такое? Просто их бери на себя и все. И добивайте 3 ляма. Бежит уже. Вот моб идет, с мобом стопните каст. Прожал. Блядь, не достаю таунту. Я напулил. Ну ДК могут подтянуть, ребят, вот. Да там ям на боссе осталось, не парьтесь уже, все убито. Мне просто интересно, 30 тысяч это чего такое? Может я тебя взорвал вместе с... Это моб, когда умирает, он взрывается. Че, он 30-ку так удаёт? Ну да, там прилично дамаг. У меня же навык улучшился, видишь, я уже быстрее начал. Быстрее мишек убивать? Линкуешь моды. Точнее своих союзников. Кожаные тапки. Крит хаст. Если у кого-то синие боссовые шмотки, можете взять эту кожу. А чё, никто не риснет? Ну ладно, спасибо. Хорошо, кила я китаю. Если вдруг кому-то надо, будет я им пишите. Следующие два пояса одинаковых. Крит АРП. Если у кого-то хуёвые пояса, можете взять. Два одинаковых пояса. Так, пояс, если никому не надо, я заберу. Их две штуки одинаковых. Да, две штуки. Так, Рискара и что хочу кидаю. Пойдемте на следующего босса. Че там... это в Гере? А сейчас посмотрим. Так, буквально, давай, Паладин, танкани, пожалуйста. Звонок сделал минутку полторы. Переговорю по делу и это. Сразу же вернусь. То в принципе в одного танка этого босса надо убивать. Значит, справа и слева есть трэш. Сейчас поставлю метки мобов, которых надо будет убить в первую очередь и избить им каст. Справа будем начинать. Ставлю череп. Его весь рейд бьет в первую очередь. И крест. Его убиваем вторым. Вот этот компактобот. Поставил квадрат компактобот. Его киньте в корни. Я надеюсь, без гермода делаем? Попробуем хм, посмотрим, что по ДКС, по хилу. Все, танки депуляй. Сердце заливаем. Каст техникам нужно сбить. Сначала давайте убьем трэш, а потом будем по боссу говорить. Понятно. У вас на панели, наверное, нету ни станов, ни притяжек. Еще раз объясняю. Техникам нужно сбить каст. Под куполом их можно бить до второго пришествия. Крестик. Убивайте крестик.
вентилятор готовьте, он будет кастовать взрыв. Вот либо стан, либо притяжка, либо доверите. Все, компактоб отобьем, все под ноги ему заходим, иначе он чаржнется по рейду. То же самое на той стороне. Только в этот раз дайте стан технику, чтобы он не кастанул этот купол. Вот первый техник, вот второй техник. Компактобу туда эти корни. Он стоит. Но другое дело. Есть. Вентилятору, когда он каст на 20% хп будет давать, либо притяжку, либо стан, либо добейте. Все, компактобу это под ноги ему заходите. На боссе будет черная и белая метка, черепок и крестик. Обе метки надо выносить из рейда. Белую метку можно в 10 метрах от людей держать. Из нее будет выходить в хайме искра. А черную метку нужно на 20 метров выносить подальше. При взрыве будет появляться лужа, с нее надо выходить. И цель черной метки нужно прохиливать. Так, мощный кусь. Иваем шама. Так, Тёма, первый раз не заливаем сердце или заливаем? Сердце убивается. Это будет запуск ХМ. Чё, если в одного мощный вряд ли коснуться? Рыбу поставила. Сейчас друид вернется, нет, не знаю. Телефон он говорит. Где рыба? Вон она, отойдите от рыбы. Под деревом. Мишка, ты готов? Давай в эту сову здесь. Жока. Так я, наверное, больше 220-й совы дам. А, ты хочешь, чтобы Мишка потанчил? Ну, конечно. Мишка, потанчишь босса? Да, конечно, потанчу. Все, давай танчи, давай спекайся. У Вармога нету этой самой ДД-спека. Вармога уже в рейде нету. А чё, ХМ или нет? Попробуем. Да стой. Давай сделаем по-нормальному. Если ХМ хотите, то давайте по-нормальному сделаем. Дайте мне этот, на Джока этот. Помощника ассист. Хотя бы. Ассист. Я хотя бы вам подскажу, бля, помогу, я не знаю, ребят. Ну, так не делается. Сейчас я. Вот, все появилось. Желтые метки убираю, что это такое там? Все вспомнил. Вы хоть объясните, что после черной метки, блядь, появляется сфера, блядь, которую ебать надо. Вы хоть немного народу объясните, что. Смотрите, ситуация такая. Дайте я объясню быстренько. Не перебивайте. Сейчас ставлю босса возле лестницы. Ну, напротив лестницы, повыше там, да. Тем самым, получается, все ДДшники держатся в правой ноги, когда я развернул, то есть с правой стороны от него. Вот. Начинаем заливать босса. Сливаем его до 75%. Выпадает сердце. Сердце бурстим. То есть герру не отдаем, а тупо все бурсты давайте там. Треньки и тому подобное. Когда сливаем сферу сердца, получается ХМ режим. ХМ режим подразумевает что? Выпадает, когда на вас выпадает желтая метка, надо анонсировать. Анонсирую будет РЛ. Потому что я нахожусь в танке, я не буду видеть ваши, на ком будут. Тем самым, получается, выпадает желтая сфера. Желтый бежит в желтую метку. Выпадает сфера с нее. Все играют по сфере сразу, моментально. Когда играет, выпадает синяя сфера, вы. Вот где-то сфера синяя, вы за ней где-то будете раскидывать синюю сферу. То есть через 3 секунды, когда вы заразились синей сферой, через 3 секунды выпадет синий этот, как бы сказать, этот. Ладно, не парься, иди запускай босса. Дэн, готов? Да. Да вы хоть скажите новичкам, что под синей меткой, блядь, появляется лужа, с которой надо сейчас выбегать. Сейчас все появится. Ну, все мне не дали так сказать. Давайте, запускаем. Вы, блядь, вот так вот спешите. Пожалуйста.
Практика самое главное. Не надо лишних разговоров, да хуя здесь сидеть пиздеть. Сейчас бьют только на полы. Смотрим на агро. Черепок, выходи с рейда. Гринтроль. Иди бей. Крестик, выходи. Черепок, выходи, Арти. Через выпадение сердца уже сейчас. Давайте, сердце выпало. Давайте Геру. Фулл ДПС по сердцу. Да Геру не надо было выдавать. Давайте я буду говорить. Задача убить сердце до того, как закончится на нем каст. Давайте сильнее. Подводи утрамбовщиков к танку. Фулл ДПС. Мобов там больших подведите под ноги к танку, он их заберет. Там бомжи танчат. А, хорошо. Там бомботов, смотрите, аккуратно. Крестик, выходи с рейда, с мелизоны выходи. Появится искра, сейчас будем бить. Секунду до искры. Все в искру свищаемся. Черепок, выходи, Хелен. Опять Хелен. Не, хила не хватает. Заходите в черную лужу. Я могу, конечно, ошибаться, но сферу очень мало, по-моему, кто бьет. Да ее никто не свечился, даже я отсюда видел, что я просто промолчал. Маразм, давай во второго холика. Похилишь со мной. Ну, суманите тогда, у меня этих нету. Да, ну, нет, да, я бежал за сферой, моей совесть чиста. Я тоже. Ну вон по искре жизни. Джира, Арти играли, но остальные так. Ну, я пытался догнать, короче, я пару ударов по ней сделал, и оно лопнуло уже потом. Ну, я милик. А у тебя с собой шмот, рука болит? Да-да-да. Давай ты спектись, маразм тогда отмена. Так я в Долоране уже. Ну, мы суманем сейчас. Давай. Сейчас я тебя в пати закину. Так, кто у нас там? Миликов-то можно понять, они же милики. Вот РДД я смотрел, как били босса. И вообще пофиг. Таким... Давай без хэма просто и все. Не будем мудрить. Сейчас еще раз попробуем с хилов. У меня просто с таким отношением, ну, смысл хэм бить, если людям посрать просто. Сейчас попробуем, посмотрим. Нет, просто интересно, что людям с хэм мода вообще нужно. Если что-то нужно, то... Ну, тут всегда всем нужно. Тиши, это... пожалуйста. На самом меч. Деле. Ну, есть РЛ... Че вы версии свои выдвигаете? Рыбу поставила. Ешьте рыбу сейчас, пока два тела присуманим. Так, тыкните на суман. Пришел тебе суман? Да. Так, ханкули еще. Просто выполняйте свою роль. На 100%. РДД, ДД. И все будет вообще шикарно. Давайте фулбал. Ты рука держи на танке, на мишке. Частицу. Я на себя кину. Ешьте рыбу. На пол босса на кого? На мишку. Сейчас я поставлю звездочку. Звездочку. Вот звездочка. Значит, метка черепок, это черная лужа. С ней нужно выйти подальше, когда босс в хейме.
Вот, и эту цель мы с Хапалом, в принципе, захилим. И метка крестик, белая метка, она вокруг дамажит. Нужно отбежать от рейда, от мегазоны и от рейдогазоны. И когда она закончится, 8 секунд дебафа, выходит искра. Эта искра дополнительно уешит по рейду, кроме того, что босс еще уешит. Эту искру нужно всем свичнуться, всем РДД и всем миликам. Стоите вы там, бьете босса или не бьете, вам нужно повернуться, прибежать и убить эту сферу. Проверку будем запускать. Я нечаянно пристабав, дайте, пожалуйста. Блин, тролль. Так, все готовы? Иди запускай, пока он так стоит. Так, кстати, огонь поставил. Черепок выходи, Бензо. Там заслон от темной магии, нажмешь, меньше дамага потерь пойдет. Мне вообще не пришло. У меня вообще мало дамага. Крестик приходит. Выходи, крестик выходи. Черепок самолюбия, выходи с мелизоны. Быстрее. Сердце. Геру даем. ДПС по сердцу. Мобов подводим в жопу босса. Войска не призываем, ДКшники. Вот этого моба сейчас оставим еще. Мишка, заберемся. Это был бомбот. Маленькая пачка сзади, бомбот идет. РДД повернулись, убили. Черепок поставил. А что, не перевели на... А, перевели. Станьте босс. Еще большой под босса. Забери. Крестик, выходи с рейда. Хорошо, после сдаешь, но... Сейчас появится искра, приготовьтесь. Появилась искра с крестика. Все фулл ДПС по искре. Черепок. Гендзон, выходи. Отлично. Далеко сильно будем. Не убегаешь. Так вот, хил. Давайте. Гендон, стой там. Гарпи. На тебе метка. Даю первую сокру. Захиливаем рейд. На максимальное количество ХП. Повернули все сферы, играем. Все сферы играем. Крестик, выходи, ДК. Эрисакра. Быстрее выходи. Сейчас будет уже под тобой. Отдавай зеленку. Все, захилим, нормально все. Так, сейчас с тебя искра, поближе к нам подойди, чтобы до искры мы не бежали 5000 километров. С ней не надо на 20 метров. Искру повернули, сердце добьем. Черепок, лаксти, выходи. Блин, косе с рейда. Дал сокру. Давай, выходи. Блин, попробуй. Выходи с Глади. Сейчас. Сокра не бесконечная. Давайте, искра повернулись, великий бьем. Рука, иди. Баб вам снимешь, не парься. Ну, если хочешь, в принципе, могу захилить. Крестик, выходи. Берегитесь. Искру все бьем, весь рейд повернитесь, убиваем искру. Черепок, выходи, Артем. Крестик, выходи, Гендон. Искра повернулись, все бьем. Могу иннерком подбить. Фулка, выходи. Сейчас захилим эту хуйню. Фулка, быстрее. Вставалку юзаем. Ставь тотем на ману. Кила гим на ману. Гимка, да. Хорошо. Искра повернулись, все бьем. Черепок, выходи с рейда. Быстрее выходи дальше от рейда. Куда ты в рейд бежишь? Хилай, поближе к танку подойди, я тебе дам иннер. Что хочу, ты зачем вайпнул миликов? Блять, я просто в море. Все, дал, отходи.
Искра. Так, черепок, Ханкули, выходи. Только не уходи далеко, как я тебя хилить буду? Пиздец, не убегайте в Далран. С крестика через секунду выйдет искра. Все искру, да. Черепок, выходи с рейда. Шаман. Ты куда? Ты куда? Это же искра появится. Искра появилась, бейте искру все. Хелен выбегает, дубовую кожу отдашь. Хилая, выбегай. Только недалеко. Если есть гимн на ХП, прожимай. Искре. Черепок, чифу, выходи. Угу, молодец. Так, искра будет с меня. Появилась искра, бьем все искру. Черепок, да? Выходи. Иди, кто там РДДшник? Искра сейчас появится, готовьтесь. Искру все бьем. Да, черепок, да. Выходи, да, на рейд. Быстрее. Да. Залейте ману. А, нет, тут никого же не выходи с рейда, черепок. Есть гим-то у вас? У вас проблема с маной, ну, ребят? Там нихуя нету. У меня 37 секунд, я могу кому-то маны залить. Кому иннер давать? Говорите ник. Хилая без маны, Хелен без маны уже, ребят. Дайте Хелен, у меня собака есть. Хелен, либо Хилая. У меня есть собака, не надо. Давай. Я сейчас тоже. Искра, искра, ребят, искра. 3 секунды искра. Работаем быстрее. Искру играем. Меня можете не хилить. Хильте рейд. Танка не надо хилить. Я выживу это говно. Кто у нас еще без маны? Ханкольд, ты же, да, у нас хил. Тотемы ставьте там по откату, шаманы, если будут. Блять, на мне что ли? Хелен. Черепок, Хелен, выходи быстрее. Блять, на мне. Дубовую кожу отдавай. Под боссом. Искру бейте, дубовую кожу отдавай. Давай, я держу его. Убивайте. Выходи, Джир. Искра, готовьте. Далеко не уводи. Джира умер, открой. Далеко ушел, наверное, да? Да. Черепок выноси, черепок выноси. Ахилай, ко мне подходи, я тебе дам. Она. Дам. Нормально. Крестик, дал. Выходи, чип. На мне. Я здесь стою рядом недалеко. Да, уешь, уходи. Все, держу. Беги, не уешь. Искру бьем. Черепок, выбегай. Беги, черепок. Блять. Вы... Я сейчас прожмусь, меня вообще не хилите, если что. Все, там лям только остался, добивайте. Крестик выноси. Просто в босса все тут играйте. Эрикса, тут просто проклятый, ты видишь. Просто в босса играйте и все. Выноси. Ну видишь, справились же, блин, ё-моё, молодцы. Все, да. Кто не понял меня, все раки. Блин, я, ребят, вам горжусь. А мы в ХМ не выпили? Да, ХМ это режим был, поздравляю. Подзахитить. О, он 239-я танка пуха выпала. О, кинжальчик упал. Искру. Сейчас я утро сдам, там на трэше можете попиздеть. Ну, при условии того, что вы знаете, как мобов танчить. Не, нет, я это мобов знаю, как танчить, вообще нет вопросов. Там самое главное, хилая и кто там будет, рука болит. Это, да там ремонтников если... убивать. Да, я скажу. Если вы лут хоть ли наконите? Пройдите немножко терпения.
если пойдешь в ретрике там на трэш дисплей, вот это магический эффект с танка там с людей. Вопрос Реллу можно? Давай. Разрол этого инженером будет на сбор робот. Так они уже разбирали уже. И, ну когда все заберется с босса, там разберете, кто успеет. А хотя бы идеи ролят. Ролят, это как бы, да. Ну хорошо, кидайте ролл между собой инженеры и кто выиграет, оставайтесь. Гендону отдаю кинжал. Инженеры разорвал. Кольчуга. Один ролл, топовый ролл, все, я выиграл. Тапки на Энн, Хэддин Ханта, не знаю, что это. На Хилаю закидываю, на распыл. Не, это Энхов. Вот там кинул Джира, там, если что, ему. На Ханта нормальный этап, кидайте мне этап. Инду, короче, я проиграл ролл. Кто там инженер? Танковские выиграл? Плечи хорошие. Меткость хорошо собирать. На гарте. Протопал тебе не надо? Нет. Так, кашнику закинул. Тут дробяшка нужна хорошая она. Арти забирает голема. Никто так, не исправит. У кого там? Тебе надо. Тапки протопал. У кого там? У Кхилая. Закидывает. Эти же. Ну он, да, пусть и маразм забирает. Это хорошая. Маразм, отличная пуха. Все разбирать. Да, спасибо, Хилай. Арти, ты забрал голема? Можешь обратно в этого, в танка спекаться, маразм. Я уже. Все, красавчик. Ты парирование, блядь. Что, нужен, да? Поделишься мне? Ты в ретрике уже рука? Да ты пока не нужен, раз здесь, ты пока... Нужен. На все. Трэше пока не нужен. Пускай будет следующий босс, нужно будет второй танк. Все, а чё, куда пойдем-то? На собрание или да, куда? Да, пуляйте. А, на собрание, это да. Куда, свалка или вестибюль? Туда, куда сейчас вестибюль. Танки пойдут, туда пойдем. Вестибюль, да, портал. Отводи их сюда. Ну так, блядь, там в толпе бьют, не дают. Спасибо. Железный ремонтник, ребята. Играем по нему. По железному ремонтнику. Две штуки их. Первый железный ремонтник убиваем, а потом уже остальных. Ты говоришь, Джоко с СПКР, да? А, нет, ты здесь вроде. И это у меня был... основа с SPQR. А там во сколько РТ? 8? Там РТ? Угу. Ну у нас в пятницу 8, да? А, ну... Нет, подожди, в 3 часа по МСК. Ну она. А, она тоже сибирская, что ли? Ну у нас два статика. Один сибирский, один. Ну, ДВшный, один это Москва. У меня просто основа там, я просто здесь к ребятам залетел основой, когда я репутацию делал. Как они, блядь? Элигарн, как они? Элидар, блядь, да. Не, ну я сейчас, в принципе, я свободный там по всему. Я могу легко основу ходить здесь, вам помогать. Я тоже вон этот за Сибирь, говорят, поводить там что-то надо. Да, я не знаю, ну про за Сибирь я не знаю, просто я какие-то негативные мнения слышала про эту гильду. Ну там знаешь, просто... А слышала про тому, что там людей кидают на шмот, бывало такое. Ну, не знаю. И я тебе, честно, тебе ничего не могу сказать в плане там уверенности. Репав не теплится, солито. Я просто вот... С ребятами, ну я помню, потому что ребята играли на X3, и вот я что пришел, ну, к ним забежал. Тем самым это. Основу могу, в принципе, помогать ходить. Сейчас я подожди. Стойте. Сейчас этого чувака по выведу. Стеночке. Идем коридор, по стеночке. Да не надо. Стойте, ребят. Идем. Идем сюда. Просто иди с ним дальше. По стеночке идем по левой все. Да я-то хотел этих еще запиздить сразу же, которые на Голгороде. Ну, запиздим, сейчас большого отпиздим и запиздим этих. Всех запиздим. А тут самое душное в ульде то, что люди, ну, приходят сюда, знаешь, даже если персонажи нужны, не знают ничего. Они, просто. Ну, не знают, и мало того, что не знают, они хотят прийти и как бы, ну, что все легко, как в РБК, знаешь. Давай вот это. Да, все равно надо учить, там, да. Потому что рано или поздно. Ульда это топовая, по мне сейчас вообще это самый интересный контент. Да, согласен. Это
А это типа, самое интересное. Проходили, мы проходили ульду, вот сейчас там все Т4 с двумя, тремя, четырьмя кусками. А мы это проходили в 215-м шмоте, в Т8. Ну, да. Пухах, и еще как-то быстрее больше, даже, ну, проходилось. Ну так, да, понятное, да, дело, там совсем другая нацеленность и другая мотивация здесь. А мы, прикинь, а мы с Накса пришли сюда, все такие бомжи 215-е, там 210-е в этом левеле. Бля, что тут делать вообще? 211-м это начиналось. Да. И что тут делать? Тут, блин, боссы, да, все, просто. Все так приходили. Ужас. Я тоже вот с начала этого года играю. Ну, мне нравится контент. Май месяц, я помню, блин. Еле-еле вот, там. Да, я немножко объясню. Вот есть руна такая красная на пол ложится. Из нее надо выходить. Типа она не повышает ДПС, как синяя на боссе. Она дамажит. Нет. Ну как бы, освоясь с любой лужи, надо выходить. Ну синяя, которая на боссе, не надо. Потому что она апает ДПС. Не, ну понятно. Синяя хорошая, красный цвет плохой. Вот все. Ну я с огня синего тоже не выходил, ребят. Не апает. А зеленая что, стоять? Так, а теперь я давайте. Я делал эту ульду, я до сих пор еще не все знаю даже у ней. Давайте разберемся. Я вам задам вопрос. Хотите вы увидеть на этом боссе то, что никогда не видели, или хотите убить обычку? Хэм, я тратил. Не-не-не, обычка. Я даже со своей гильдой SPQR, мы даже до сих пор не можем убить Хэми. Да, Хэм убивается, просто маленький, просто средний, большой, все. А мы давай убьем. Геру, трайдим Геру. Я тебе ласта задамажу, братан. Я его, ребят, тут Хэм проще обычки. Да нет, хрена, не надо такое. Ладно, хорошо, подходите сюда. Значит, сливаем мелкого, среднего, потом большого в конце, в самом. Тут мне нужен будет отхил. Как ты в ХМ, что ли, решил? Да, попробуем это... один раз. Я посмотрю. Ёбану. Ну, если что, потом обычку убьем. Этот самый... руки, пожалуйста, только что про 210-215 ты мовал, а тут все одеты и более-менее, и вы ёбану. Да ни хрена. Давайте немножко стопнем разговоры, ну, нужно распределить роли, там все. Вара, суммоните вот этого во второй пати, в первой пати, где он? Ставьте шкаф, суммоните. Значит, смотрите, по танкам. Протопал, ты будешь держать большого. Да. И диспелить себя. Шаришь эту хуйню? Нет, что диспелить? Проклятие. Ты умеешь диспелить себя, просто умеешь диспелить? Ну, конечно, умею. Вот, сделай так, чтобы эта кнопка была удобна. Когда босс большой будет кастовать на тебя каст, он так руку поднимает, и она светится молнией. Ты сразу спамь по себе вот этот диспел. Потому что когда эта хуйня на тебя повешается, она висит 3 секунды. И каждую секунду она будет дамажить по 15 тысяч по тебе. Всего 45 тысяч урона. Эту хуйню ты должен диспелить в 0,1 секунды из себя, чтобы не сдохнуть. Ну, помимо того, что этот сам удар большой, много хп снесет. Так, частицы будут. Две, рука болит в хила, также в дополнительного. Я думаю, частицу держи на мишке сначала. Я на маразме буду, а потом на маразму перекинешь, когда останется один большой. Мишка, танчишь маленького и среднего. Первое будем сливать маленького. Я знаю, что сделать. Будем среднего, да. Когда умрет маленький, у боссов начнут появляться дополнительные способности. У мастера рун Малгейма, у среднего, будет появляться зеленая лужа. Когда скажу разбежаться, это значит нужно разбежаться. Зеленую лужу первую он будет ложить после синей лужи. Ну и потом в тайминг примерно так же. Синяя лужа, когда он все синие лужи разливаются под одного из боссов. В этот момент, когда маленький умрет и синий разольет синюю лужу, нужно и танку отойти от этой синей лужи, и всему рейду отойти от синей лужи, чтобы зеленая не положилась на синюю. Потом, когда положится зеленая, я сдам массакр. Вы зайдете в синюю и будете дамажить среднюю. Так. Только с мелкого пиздюка сбивайте косты. Мелкого пиздюка мы убиваем первого, ему веселее сбивают косты. Все, даю проверку. На пулы, по напулам, да, сейчас. Два ханта. Можно спросить? Давай. А вот когда последний остается, мне надо дебаф спросить? Да, обязательно. Ты знаешь, да, как делать? Ну, когда первый умрет, ты сразу на себе... Нет. Когда второй умирает... Да. Когда умирает второй... Вот он умер, и вот тело упало, и буквально сразу, через буквально через 2 секунды босс большой будет кидать эту хуйню. Я крикну, когда танку забирать. Ты перетанчиваешь на себя, и да, и бьешь, потом в сторонку убегаешь. Главное будь это арти, да?
Да-да, главное, когда будет... у меня будет одна секунда, ты должен будешь стаунить. Когда у меня будет дебаф одна секунда. Я но думаю, это... мы за одну, скорее всего, убьем. Или на танк. Я посмотрю уже по ХПСу, там не обязательно по второму забирать. Посмотрим сейчас по ХПСу, как будем жить. Я думаю, на танка повешается, и мы просто добьем. Не будет второй. Главное, этап. Чтобы с рунической лужи все выбегали. Это самое главное. Все, проверка еще раз. Посмотрим, что можем. Где это... большого танчить? Вот здесь справа. Так. Вот там вот, справа, вот там, во. А я слева танчу. А где лужа упадает, а там мы меняемся. Самое главное, когда появится под одним из трех боссов лужа синяя, и из нее нужно отвести боссов. Большого и маленьких. Вот. Значит, маразм держишь большого, а два ханта напуливаете буревестника, которого первого бьем, на мишку, на звездочку. А две роги на пульте, то же самое на пульте этого, ну, там, веерами или чередой, или какой хуйней. А на том он потом сам оброду берет. Так, все готовы. Все, даю отчет сейчас на нашим голосом. Мы будем начинать. Арелла, можно сейчас посмотреть? Давай. По-моему, мы по второму должны стопать урон, пока он синюю лужу не кинет. Да, посмотрим там по ситуации. Насчет... Это в конце, это в конце уже. На счет три начинаем. Раз, два, три, поехали. Блять, у меня ошибки это ДБМ вылезли. Там гуляет средний, пора идет. Сейчас заберу. Я напулил его. Про среднего никто не играет. Сейчас как лужа появится, будем смотреть. Лужа под большим, отводим разум. Отводим разум. Давай, меняемся. Мощный кусь, подними, Вара. Маги есть? Диспельте? Щит. Твар, вставай, фулбаф по вару, каску лапу, фистбаф. Мелкий же не в луже? Почему от лужи бафа нет? Главное, чтобы мелкий не был в луже. Все, бейте спокойно. О, это синяя звенулась. Блять, у меня экран опять завис. Что за хуйня у меня произошла? У такого, у Мишки или у кого? Да-да-да, сейчас. Две секунды, погоди. Огроз, притворись. Блядь. Глыбу там или что-то. Все. Отбегаем от маленького на 30 метров. Так. Заебись, блядь. Стопаем дамаг, стопаем хил, ложимся. Развист? Я развист, блять, ну блять, я не знаю, почему что зачинял. Ложите, стопайте дома, хил. Не, давай посмотрим, пусть ребята. Не надо смотреть, сейчас мы посмотрим нормально, когда все живые. Я сказал ложимся, значит ложимся. И мы будем пробовать еще раз. Я тебе хочу просто показать, что такое лужа, кто не был здесь зеленого. Сейчас я думаю, РЛ знает, что нужно делать, и надо рассказывать. Сейчас все увидят. Да причем здесь РЛ, ты понимаешь, что люди некоторые не были вообще в вульде. Ребята. Я мод дам тем, кто будет мешать ему, если честно, вот, ребята. Я тоже бывает иногда в рейдах прихожу, угам мешаю. Ну, конечно, большую часть времени. Я не мешаю, я просто хочу. Раз такая фигня получилась, я вот, да, извиняюсь, что меня просто забил с окно. Так,